Владимир Путин постоянно получает информацию о развитии ситуации в Турции по линии МИДа, внешней разведки и других спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава государства поручил соответствующим ведомствам обеспечить безопасность наших сограждан и помочь тем из них, кто застрял в турецких аэропортах. Россияне должны быть обеспечены всем необходимым до организации их возвращения на родину.